Я живу в Химках с самого рождения, мне нравится город, ну, за то, что он родной, как бы, я знаю, где что, и, ну, очень родной город, на самом деле. А здесь зелено, зелени много, ну, в общем, здесь нравится. Город тот, который работает на оборону, это самое главное в городе, и пусть он работает и так, как работал в советское время. Я желаю Химкам побольше детских площадок, велосипедных дорожек и автомобильных дорог. Мне нравится, что тут очень много развлечений и хороший парк. Тут много детей, можно заводить друзей. У нас хорошо очень. Первый сын родился в городе Химки. Мне очень всегда нравились Химки. Вот, и обслуживание магазинами. Здесь очень равнодушные жители. Меня это очень радует, потому что устроить концерт прямо вот у себя дома, люди из Москвы такие, у вас, наверное, какой-то элитный жилой комплекс. Нет, у нас просто люди, которые могут и хотят сделать что-то для других.